число 30 – близнец числа 3 и обладает всеми его свойствами, но в смягченном виде. Но это смягчение настолько невелико, что эти числа можно считать одинаковыми. Это очень смелое число, и люди числа 30 амбициозны и агрессивны. Они должны управлять действиями других и без чувства власти бывают очень разочарованы. Они строго подчиняются дисциплине и требуют этого от подчиненных. Они доминируют и не считаются с мнением других, тверды и не отказываются от принятого плана, обычно они очень сильны и выносливы. Эмоциональные особенности. Стремление к доминированию красной нитью проходит через все действия таких людей, включая отношения с окружающими. Они должны быть первыми или не будет никаких отношений. Партнер или друг должен быть мягким и податливым и должен довольствоваться вторым местом. Они – охотники с прирожденным инстинктом. Те, кто их заинтересовал, имеют очень мало шансов на побег, так как жертва будет преследоваться с полной решимостью, которой трудно противостоять. Они обладают привлекательной личностью и огромным сексуальным позывом. Противоположный пол притягивается к ним вопреки своей воле. Сексуально они сильны и материальны. Они агрессивны, у них мало времени на любовь, но если им подвернется случай, то они им воспользуются, если предложение сделано с уважением. Гармоничные отношения. С этим числом могут ужиться только те, кто способен им подчиняться. В дружбе они хотят быть первыми и не любят окружающих, которые угрожают их положению, партнеры и друзья должны дополнять их, но не превосходить. Никто не должен никоим образом покушаться на их свободу. Число 30 должно полностью определять действия партнера. Никто не должен пытаться сравняться с такими людьми. Совершенно очевидно, что ужиться с ними нелегко. Счастливые числа 3, 12, 35, 14, 23, 6, 15, 24. Враждебные числа 4, 13, 31. Счастливые даты 3, 12, 21. Счастливые дни – вторник, четверг, пятница. Счастливый камень – сапфир. Счастливые цвета – синий и розовый. Болезни, кожа, суставы. Недостатки. Эти люди – прирожденные диктаторы и создают свои собственные законы. При осуществлении своих планов они, подобно паровому катку, устраняют всякое сопротивление, не думая о последствиях. Хотя по натуре они не склочные, но их бульдозерные методы восстанавливают против них людей, и они приобретают врагов. Они нетерпимы к тем, кто слабее их. Рекомендации. Это очень сильное число, и родившиеся 30 поднимутся на большие высоты, обладая для этого всеми необходимыми качествами, если будут сдерживать себя дипломатичностью и рассудительностью. Им следует научиться укрощать свою вспыльчивость, нетерпимость и амбицию. Если они сделают это, что вполне возможно, они достигнут того успеха, к которому стремятся.